Ребятушки, всем привет, всем доброе утро. Вот и к нам потихоньку идет лето. В 7:30 утра уже светло, как днем. Отвез Алисеньку в школу, пошел гулять с Лисой. Время 8. Ну, какая красота. Пасмурно, конечно, немного, но при этом светло уже на улице. Это здорово. Когда пройдут, наверное, дожди, и небо не будет тучами затянуто, будет вообще красота, красота. Еще лучше. Все быстро высохнет, все зацветет. Хотя у нас травка вон из-под снега вон всегда зеленая выклевывается. Вчера ездил в город, в стоматологию, к Артуру. Вот. Подстригся, привел себя в порядок немного. А то ходил уже обросший. Не красавчик. А сейчас получше. Опять мне поменяли пластину верхнюю, дугу, точнее, не пластину. Нижнюю подтянули. Короче, тянем зубы, тянем зубы. Сейчас покажу вам, кстати, небольшие последствия нашего наводнения. А вот, кстати, еще хочу показать. Вот здесь дом, за ним большой участок. Его размежевали на два участка, и здесь будет сквозное движение до тех двух участков. Вот, ну, через эти ворота, я так понимаю, будет дорога. Короче, кому интересно, смотрите, на Авито продают. Это улица Речная. Два участка продают. Но они небольшие. Но продают. Так, когда было наводнение, в общем, ребят, и у нас уровень воды в реке поднимался до критической отметки. Здесь, вот в этой части, речку у нас почистили. Вот видите, здесь деревья распилены. Видимо, как техника подъезжала, чистила. Тут, вот видите, каналья прочищена. И следы от машины мы вот видим здесь. Лиса уже пошла показывать, правда, без видеокамеры. А мы пойдем с камерой. Так, пробрались. Вот. Здесь поспиливали, видимо, часть деревьев. Поубирали. Вот тут вот поворот. И вот этот поворот они разгребали. Потому что мусор, да, весь, деревья все старые, все то, что было не почищено, оно все срывается оттуда и вот так идет на поворот, а здесь на повороте затор получается. Вот почистили, видимо, и уровень воды упал. Но вот обвал был, видите, вот это свежий обвал. Вот этот обвал, он свежий. Ну, его видно вот. То есть подмыло. Подмыло, конечно, берега. Не, ну я не знаю, может быть, этим летом у нас как бы администрация займется вопросом чистки реки. Я конечно, не знаю, но ну, вот это вот не дело, вот все. Это же все надо чистить, все убирать. Берега каким-то образом укреплять. А то не ровен час, так и вон дома пойдут под воду. Не знаю, посмотрим. Что там унюхала? Эй, охотница, пошли дальше. Мы заехали в апельсин. Леша купил мне сникерс. Ну что, поехали, включи музыку, Зай. Что-то я выключила.
Мы приехали в Мегу и заходим со стороны Спортмастера. Здесь эскалатор, очень удобно. По парковке всегда поступились, да? Красиво. Ну чё, как тебе? Мне куртка нравится. Куртка классная. С собакой гуляет. А штанишки, да? Большие, да? Штаны — это такая модель. Мне не нравится вот эта куртка. Ее тянет назад капюшон. Новичка здоровая. Я сейчас другие еще буду примерять. Будь здоров. Спасибо. Так-то ничего, что свободные, да? Надо костюмчик выбрать другой. Этот весь такой большой, мерка такой. И верх, и низ. А куртка нормальная? Куртка нормальная. Я сейчас ее примерю еще с другими вещами. Так, это уже у нас костюм Puma, что у нас, Ferrari? Puma, Ferrari. Этот костюм мне больше нравится, этот по размеру больше подходит. И он на молнии. Здесь такие завязочки по краям. Ну, все можно. Прикольно, подвязывать, да? Да. Черная куртка ей понравилась. Не знаю, ну это банально черная, но она совсем подойдет как-то. Вот мне надо, чтобы совсем. Она универсальная. Но по нашей грязюке ходить, конечно, она быстро будет пачкаться. Кто бы лучше, да, подошли? Конечно. Смотри сама. Сейчас еще черный, он костюм. Универсальный цвет. Волосы мне глянут еще. Эти классные. Любимые. Вот они вообще подходят сюда. Отлично. Изодора. Изодора. Не, ништяк, да? Вот так вот. Конечно. Отлично вообще. Супер. Берем, да? Мы вышли из Пумы, идем дальше. У нас по плану... Слушай, а что-то нет магазинов. У нас по плану еще New Balance. Я смотрю, здесь все закрыто. Все завешено. New Balance, Adidas. Сейчас посмотрим, что в других магазинах. Подожди, дай поменяю. Выбери фон. Не, он не выбирается. Веди свой e-mail, пока ты можешь только вот это выбрать. Ну то, что есть, короче. Да, да, да. Все, пойдем дальше. Здесь все так изменилось. Поменяли центральное место, теперь оно находится вот здесь, около Санлайта. А раньше здесь были, ребят, торговые ряды. Здесь люди торговали, ну, всякими безделушками. А, Зара переехала? Я ж тебе говорю, вот, вот, видишь? Видишь? Я ее еле-еле вижу. Так, идем в New Balance. Ребята, в New Balance Юля примерила костюм, но он тоже классный. Я бы вообще бы оба взял. Сколько? 15? Чуть больше. Чуть больше, 18, да? 8, 8, 15, 980. Мне кажется, это посимпатичнее, что ли. Посимпатичнее голубого, да? Да. И у него, видишь, какая модель рукава, какие прикольные. Вот эта вот резиночка, вот, ну... Да, да. Мне кажется, тебе в нем даже удобнее, да? Да, чем в том. Что ту куртку, этот костюм и кроссы сейчас выбрали. Ну он прикольный такой, в нем и летом можно гонять. Но он именно я на весну и беру. В нем и летом еще можно. Розовенький, выбрать. Можно кросс розовый выбрать. Сначала не понравился потом... рукав. Не понравилось, что штаны простые, а кофта какая-то, знаете, такая более женственная, что ли. То есть, ну. Блин, ну нифига не спортивно. В общем, я хочу, чтобы было все в одном стиле. Мне не нравится. Я спросила, у вас есть кроссовки вот для этого костюма? У них не оказалось. И что я буду? Здесь, значит, у меня New Balance, на ногах будет уже другая совсем фирма. Но тоже как-то не очень смотрится, если в плане вот спортивных вещей рассматривать.
Зашли в Adidas, но что-то ничего интересного я не вижу. Ну вот можно было бы такую кофточку взять, но у меня есть уже вот что-то похожее. Кепки на мне их вообще не сидят, вообще никак. И обуви в тон у них тоже нет, хотя цвет хороший. Леша заказал себе кроссовки вот для этого костюма горчичного и носки купил. Сейчас покажу вам, что единственное я нашла, прям классная вещь. Вот такие штаны. Они идут Adidas Terrex на флисе. Я бы не сказала, что в обтяжку, но они такие близкие к телу, можно так сказать. Видите, на флисе. На флисе, а с обратной стороны они из ткани, которая воду отталкивает. Классная. Стоит 6 рублей. Вот думаю, и взять или не взять. С одной стороны, они мне нужны. Даже вот с собакой гулять, например, да? Куда-то, блин, я беру, короче, за грибами ездить, в лес ездить. В общем, они мне нужны. Я пошла их сейчас быстро примерю. Классные? Нравятся? Утепленные, мне кажется, сейчас уже смысла нет брать. Ну, блин, в лес поехать, еще куда-то. Помирь. Да? Конечно. Классная же. Конечно. Сейчас мне девушка покажет из мужской коллекции курточка. Вот она из этой же серии. Эмочка, правда, только осталась. Но вот вообще. Ага, вот так, же. Да, выглядит. Да. Угу. А, кстати, давайте-ка по кроссовочкам быстро пройдусь. Это легкие уже кроссовки на весну. Тоже ничего интересного. Ну, это примерно как у меня. Мне нашли эмочку женскую. Ну, классный костюм, да, Лёш? Блин, ну пусть он даже стоит там 6, да, 6, 12 тысяч. Но он того будет стоить. Адик стоит того. Это первое, второе. У нас скидка здесь 20%. Это Адик Terrex. Класс. Ну, выходи, пока... Выходи и покажись. Это я с учетом того, что я делала на лифте. Ну, где ты? Не видно, да, наверное, все черное. Что, не видно, да? Все отлично. Хорошие. Я их еще на леггинсы надела. И они немного даже свободные. Низ S-ка, верх M-ка. Здесь только флис, спинка флис. Перед немного потолще. Классная моделька. Что, берем? На вылазку куда-то. Конечно. Куда? Будем летом ездить на вылазки. Видишь, о чем я тебе говорю? Чем мне там рукава не нравились? Что они шли как-то вот отсюда. Я ненавижу, когда у меня вот здесь вот что-нибудь. Вот как на моей сейчас модели. Мышь, я вот, да. Вот у меня сейчас именно такой костюм. Движение. Я люблю, когда вот. Вот смотрите, ребят, про что. Вот видите, у меня какие рукава. Вот если снять... Вот... Ну, блин, ну, тебе нравится, телефон. Мне не нравится. Это не то, что нравится. Не нравится такая модель просто. Леш, я не могу в таком ходить. Причем Юля мне сказала, это классно, бери. Вот видите? Видите? Но мне неудобно. Почему? Я, главное, не въеживался. Удобно, неудобно. Мне сказал, классный костюм, бери. Все, я взял, хожу. А Юля начинает. Вот. Смотрите. Я вот так люблю. Пишите в комментариях, кто любит так же. Ну, вы сами видите, да, приталены немножечко, прям так красиво. Есть кармашки. Вот такие вот штанишки. Но если я их надену без леггинсов, у меня сейчас одеты утепленные леггинсы, то лучше будет сидеть, и не будет вот это вот немножко примагничиваться. Штанишки огонь, тепленькие, с начесиком. Ой, вот этой покупкой я прям довольна. Беру не глядя. Все, мы сейчас возвращаемся в Куму, забираем голубой Феррари и забираем куртку вот эту черную, такую удлиненную. Я очень довольна. Не уходим с пустыми руками из своего любимого магазина. Ты что тут идешь? Мой любимый, мой. Что с тобой случилось? Мой и мой тоже. Ты что, у меня столько вещей Adidas. Не знаю, ты больше всего, вот ты мне все уши про Nike. Пума, вот это твое любимое. Изменяешь моему Adidas. Вот куда ряды-то перенесли. К Ашану. Теперь здесь вот эти вот маленькие ряды со всякими. Там сумки продают, всякие изделия из кожи.
Ну что, зайдем в Ми? Не щетка нужна зубная. Не щетка, а это. Да. Блин, этот мужчина там все еще стоит. Ребят, второй раз уже хотим зайти. Мне нужны насадки на щетку зубную. Первый раз зашли. Занят был консультант. Короче, я не знаю, какую выбрать. Вот. Сейчас немного подождем. Похоже, да, на Ми? Я не помню. Швабра Дерма. Это как у меня примерно. Ну, смысл такой же. Тоже вот этот рычажок. Наполнитель. Чайник заварник хочешь? О, классный чайник. И насадка такая же, как у меня, один в один. Были заняты все продавцы. Один по телефону болтал, другой долго с человеком. Причем так болтает, улыбается. Общался, обслуживал. Прям, ой, прям, ой, какой то задорный. А ну, тот, короче, который обслуживал, обслуживает уже час. Человек. Час уже, да, обслуживает. В общем, мы идем дальше. Мы идем в Пуму. Сейчас купим еще водичку. Леша уже кушать хочет. Я хочу биг-тейст. Биг-тейст. Нет, биг-тейсте мы покупать не будем. Да, вот представляете, у меня Юля выполняет роль моей мамы. Нет, это говно мы не будем покупать. Да, нет. Я хочу биг-тейст. Вернулись в Пуму. Юля примеряет себе обувь. Выбрала вот такие вот кроссовки она. Под все подойдут. Покажи еще вот эти ботинки черные высокие, я тоже хочу их взять. Такие вот черные ботинки еще хочет примерить. Ну да, клево, я на них тоже внимание обратил, кстати говоря. Они вообще под все были. А пончики возьмем ли, Сюньки? Нет. Нет, не будем брать сладкое. Все, ребятки, затоварились мы в Пуме. Я взяла еще обувь, взяла футболки. Зашли купить чай Липтон или водички хотели взять, потому что мы реально немного это... Что-то мы устали, да, Леша, шопиться? Да нет, мама. Леша просит бургер. Я прям... хочу бургер. Ну пошли, пойдем. Пойдем. Точно? Пойдем, да. Нет, дома салатики. У нас же точно, у нас дома, ребята, салатики, всякие вкусняшки. Леша вчера в Табрис заезжал. Видите, он как красивый сегодня. Или бургер все. Нет, все, давай нормальную еду до дома доесть. Ну, давай, 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 давай. Ну, я салат себе на вечер оставлю. Леш, ну это канцерогены. Пошли. Давай. Я еще поставила говядину на разморозку. Вечером с тобой сделаем бифстроганов. У меня есть сливки. Хочешь бифстроганов? Давай попробуем, потушим. Хочу бургер. Заехали домой, все завезли, Лисюньку проведали. Открывай, Леша. И сейчас мы едем с Лешей в Валберис. Я заказала себе верхнюю одежду. Если честно, я вообще забыла уже об этом, что я заказывала верхнюю одежду. Там пальто такое укороченное и что-то типа плащика стеганого. Фирма Avalon. Многие, кстати, эту фирму знают. Она на Wildberries одна из самых лучших. Вот. Заказали поилочку для кошки. Ну, сейчас все вам покажем. Я, наверное, эту верхнюю одежду даже примерю. Что не понравится, то брать не буду. А что понравится, то возьму. Вот, едем. У нас есть 55 минут. Нужно будет к 2 часам вернуться домой. Потому что у Алисы сегодня онлайн урок укулеле. И я очень надеюсь, что он сегодня у нас пройдет. Потому что во вторник мы не смогли его провести. Алиса ездила к стоматологу. Сегодня четверг. Вот, надеюсь, что все получится. Приехали в Валберис забирать посылку. Так. Вот такое пальто я заказала. Но мне оно маловато. Вот здесь даже пришлось расстегнуть клепочку. Два ремешка, один вот с такой интересной застежкой, видите, вот, и просто длинный пояс. Маловато. Да, рисунок вот здесь растянулся на рукавах. И немного полнит, если честно. Нет, вообще в целом качество хорошее. Мне нравится. Но немного не то. Так. Вот такое пальтишко.
рукав интересный. 46 размер. Мне кажется, что с черными джинсиками, ну вот так вот, да, и плюс еще черная водолазочка будет очень хорошо, или такая темно-синяя какая-нибудь. Леша не нравится, говорит, ты в нем квадратная. Ему надо, чтобы все было в обтяжку. Мне нравится цвет. Как вам? В общем, я возьму. В комментариях мне напишите. Оставить нет. У меня есть 21 день на возврат. Сейчас все равно его еще не поносишь. Мне кажется, что ничего. Наконец-то мы зашли домой. Сейчас покажу вам, что я взяла в Wildberries. Ну, во-первых, самое главное, пришли учебники на View. Алиса такая довольная. Давай тут прыгать, скакать. Первая часть нам, конечно, не нужна, а вторая пригодится. А с чем нам первая? Оно набором шло, зайка. Так. Ребят, я обожаю соус песто. И заказала вот такой. Вот такой песто. Мам, кстати, смотри, кто у меня. Алла Дженовезе. Поменьше, да, хороший домик. Неплохая консистенция. Мне кажется, что будет очень-очень вкусно. Будем пробовать. Базилик 100% итальяно. Еще я заказала соус шрирача. Это острый соус, но он очень классно подходит для маринада. Допустим, курочки, крылышек, куриные грудки. Идеален к мясу. Вот, шрирача. Заказала две наволочки сатиновые, вот в таком оттенке. Было написано, что это серый, но ну, больше похож на какой-то серо-коричневый цвет. Мне, кстати, подходит, потому что на большие подушки у меня нету практически наволочек. В основном мы заказывали комплекты постельного белья с наволочками 50 на 70. Вот. А тут 70 на 70. Фирма Карна. Мне эта фирма очень нравится. Хорошая. Ну и, конечно же, паильничек. Фонтан для животного. Смотрите, выглядит как умывальник. Он с фильтром. Потом мы его соберем, покажем вам. Я думаю, что Синди очень понравится. Смотрите. Толстая подошва на худую ножку, на тонкую щиколотку. Обалденные. Смотрится очень хорошо. Так, что-то кожаные, что ли? Не, похоже, кожаные. Представляете, в магазине не посмотрела, из чего сделано, но очень похоже на кожу. А дома не могу не найти никакого обозначения. Симпатичные, ребят, вот прям на мою ножку. Классные. Тоже под все подойдут. Взяла две футболки. Puma Ferrari в серо-голубом цвете и в черном. У меня, кстати, есть рюкзак черный. Он из кожзама, но он тоже у меня идет фирма Puma и коллаборация с Ferrari. В общем, у меня сейчас, ребят, получается полный комплект. И взяла вот этот голубой костюмчик. Ну, он не голубой, он какой-то серо-голубой. Puma Ferrari. Вот она прелесть. И вот такая шапочка Adidas. Это вышивка. ЕМ. ЕМ тебе нравится? Ага, так, ну давай. А на каком ладу? На втором. Да, хорошо. Лесенка такая, да? У меня просто тут картинка, но это для того, чтобы, ну, да, не забыла. Укулеле не настраивала? Настраивала с вами. Со мной, да? Я забыла приложение, надо... К нам приехали устанавливать двери, мы закрыли с Юлей шкафчик, убрали всю обувь. Алиса у нас там, у нее занятия на укулеле. Бринкает понемножку. С
сказали, что сантиметров 10 вот так вот придется сбить откосы. Заново потом делать их придется. Снизу плинтус убрать. И вот этот кусок кафеля тоже убрать. Но у меня где-то он был запасной. Ой, не, ребята. Двери несут. Тяжелые. Вроде целые. Проверяем двери. Установим, посмотрим. Все, двери с петель сняли. Сейчас по-быстренькому коробку. Только так, чтобы ее поставить можно было снова, да? Можно так же? Отлично. Встали? Последний штрих. Пена. Двери уже отрегулированы. Все четенько. Прям тютелька в тютельку. Все везде подрегулировали. Ты кого обманываешь? Где надо, подшарошили. Все сделали прям чики-пуки. Прям не двери, а сказка прям. Сами установщики в шоке, что такие двери классные и недорогие. Ну вот и все, ребятки. Двери готовы. Такая вот красота. Двери тандур. Тандур. Сейчас здесь подмету, уберу, приберу. Двери сейчас закрою, чтобы никто не ходил. Пена схватится до завтра, а завтра уже можно будет и ходить. Ну что, ребят, Синди обоссала нашу кровать. Подушки, одеяло, простынка, пододеяльник. На матраснике, я сейчас буду снимать с матраса вот этот чехол. Лёша еще об этом не знает, там сегодня устанавливают дверь, сильно шумят, и Синди здесь спряталась. У Алисы был урок акулеле, и она сделала свои дела. Ну и, видимо, было страшно, там же пилили. Лёш, смотри, что здесь. Что? Ничего, Синди все обоссала. Где обоссала? У нас на кровати. Да блин. Из-за того, что шумели дверью, и она здесь спряталась, я ее уже вставила. Что за бред-то? Где обоссала-то? Вон там, к изголовью ближе. Я не знаю, что делать. Здесь все съемное, можно постирать. Домой, пожалуйста, это все. Это снимается чехол, сейчас придется матрас поднимать. Юль, пожалуйста, давай быстрее. Мне телефон сейчас не интересует. Надо все убрать, потом будешь съемки делать. Я ей дала. Она... Ну она что сделает, если ее заперли в этой комнате? Че ты там настала? Когда надо, просишься, орешь. Она орала. Я тебя. А почему ты ее не выпустила? А почему ты ее не выпустила, если она орала? Потому что у меня были уроки! Ну так и меня что, попросила позови. Одну минутку у учителя, сказала, я на секунду взяла кошку, выпустила, и все. Так это получается, она не виновата. Так нельзя, Алиса.
Короче, приучать ее к улице, не знаю как, не знаю поскольку, что они там будут с лисой, как общаться, мне вообще по барабану, выпускать каждое утро на улицу. Синди, ты очень плохая девочка, ты очень плохая, мне сейчас все придется перестирать, нам не на чем сегодня спать ночью. Нет, мам, ну если она просилась на улицу, а Алиса ее не пустила, это нормально как бы, она неплохая, она просилась, ее не пустили. Все, будем приучать к улице. Улица, она раньше ходила у нас строго на улицу, строго по утрам. Все, не могу, мне сейчас затошнит. Что опять с перебоем? Так, ребят, слава богу, у нас подушки хорошие. Снимается чехол вот этот, он на замочке. Сняла наволочку. И внутри еще вот такой наполнитель. Потрогала наполнитель сухой. Ну вот, хорошо, прям сейчас его потрогаю. Сняли с Лешей чехол. Сейчас его в стирку. Но самое, конечно, вонючее это подушки. Блин, мне вот прям плакать хочется. И она четко поссала между двух подушек. Кошмар. Просто кошмар. Огромная гора стирки. Стираю, ребят, с капсулами Ариэль. Чтоб уж наверняка. Синди, по-моему, она понимает, потому что даже не смотрит на меня. Ты знаешь, что ты виновата, Синди? Да, да, точно знает, потому что обычно она мне даже ничего не говорит. Синди, ты Синди. Ну что ты, в туалет не могла попроситься. Но около дверей могла встать. Могла встать около двери и помякать, сказать, выпустить. Краешек одеяла тоже оказался замочен. Там совсем чуть-чуть, но я не вижу другого способа его постирать. Мне придется это делать в душе. Да. Просто, чтобы прополоскать, на батарею потом кину. Надеюсь, что до вечера просохнет. Я в шоке. Так, ну что, подмел, правда, вот все белое-белое здесь осталось, но все подмел, все прибрал. Двери протер, потому что рабочие голыми руками как бы работали, двери были заляпаны. Но я их протер. Теперь они вон какие красивущие. Куда ты побежала? Сейчас опять гавкать будешь, да? Засранка, блин. Подбегает к воротам, охраняет, гавкает, лает. Было бы на кого. А? Или ты гулять собралась? Сейчас пойдем. Собрал семьи поемничек. Пьет, ей нравится. Боится. Наказали ее. Ни за что. Двери Тарисы ей не открыла. А по попе семьи получила. За то, что надудонила промеж подушек. Для семьи. Помпа работает, кстати, очень тихо у этого фильтра. Сборки очень он легкий. Есть два режима. Послабже и посильнее. Я включил режим послабже. И фонтанчик высокий, видите, сделал. А можно там вот этот промежуточек убрать, и он будет низкий. Я сделал повыше. Мы вышли погулять с лисичкой, встретили малыша, малыша маленького. Ему нравится с лисой гулять, всегда ее провожает до дома. И потом уже сам возвращается к себе домой. Кстати, вот нужно ему дорогу переходить. Не знаю, как он так не боится. Малыш, ты малыш какой хороший. Ты хороший какой. И ты хорошая моя девочка. Да,
хорошие собачки. Домой что-нибудь надо, нет? Да нет. Ну что не надо? Я сметанку ей взял, банку. Ага. Все? Да. Вторая комната теперь у нас закрыта для Синди. Раз и навсегда. Первая закрыта, вторая закрыта. Заправила кровать тем, что было, какие подушки нашла. Ну, вот это вот вообще у нас декоративная подушка. Пришлось надеть на нее два чехла. Натуральный наполнитель и перышки колются. Два чехла, две наволочки надела. Вот эта подушка, точно такая же. Ну, я ее просто бросила сюда, раз нашла две. Эту она не замостила. Вот. Простынку, просто резинку. Потому что буду все менять. Я не люблю, когда разнобой. Одеяло нашла. Это Алисина одеяло. То, которое было у нее перед тем, как я купила ей новое. Ну, такое, знаете, летнее. Ладно, хоть какой-нибудь вообще нашла. И первый попавшийся под одеяльник надела. Вот, наборе вот это вот взяла. Буду все равно все снимать. Сейчас, ребят, просохнут подушки. Просохнут чехлы на подушку. Просохнет одеяло. Буду все менять. Не знаю, как мы будем спать. Честно вам скажу, там еще одно одеялко лежит. Если что, еще пледом укроемся. Вот такие дела. Всем пока-пока.